время к вечеру. Только что разбросанное сено собрали. И опять солнце закатывается в тучи. Похоже, дождь будет. Так, подожди минутку, это топтать надо. Так, Владимир Юрьевич, у вас какой вес? У меня маленький очень. Маленький? Очень мало. Дохленький пескарик-то. Да. Ну, давай, залазь, подружка. Так, сестра, аккуратнее будь, пожалуйста. Вело сначала воткни, не упади. Смотри за собой, не бери вилы. Так, убирай эту, вот эту. Лестницу убирай. Так, аккуратненько, просто топчись, и ничего больше не надо. Нужно, чтобы солома, сено легло ближе друг к другу. Качай, у вас самый большой вес. Вот так. Побольше только. В разных местах, не в одном месте. По краю пройди. Воткни вилы-то. Смотри, не шмаги, сниз не падай. Ты укатишься там. Ты маленько оглядывайся. Ты прямо катишься. Ну, я тебе сказал. Я не могу тебя держать-то там. Это хорошо, что... Виталий, нужно кому-то сено подбрасывать, которое сползает. А ты такой палатки раскидывай пока. Кидай ее прям под ноги. Видишь, она какая сделалась лепешкой. Убирай вот это вот. Все, кидай вот это вот, которое сбоку. Сено промокло, все, раскидывали. А теперь не, вести не смогла опять. Кидай. Сейчас, вернись, сейчас. Кидай ей. Ты тогда на одном месте стой пока. Чуть-чуть так пошевелюсь. Не надо эту. Ты что делаешь? Ты заворачиваешь его оттуда. Это разве волосы пропускают это? Это как волосы. Так, Виталий, кидай прямо, которая здесь сползает. Подтягивай. Середину забивай, чтобы она была шилом. Видите, красным уже закат идет, поздновато. В середине уже дырка. Кидай. Дырка, так. Говорит, в середине. В середине дырка уже. Ничего не надо, набивай, кидай вот это вот, сползает. Ну ты видишь, она ползет. Кидай туда, чтобы там она была шилом. Видишь, она расползается, потому что это надо было делать, когда метали. Гляжу, мечет, и никого на стогу нету, так не бывает. Поэтому она как решето. Там уже дырку она проделала. Значит, ты сказал, Виталий, ты не хватайся за свои дырки, обойдемся без тебя. Ты кидай вот это, которое сползает. Поднять туда кверху надо. Вот теперь хватай его отовсюду, сена. Обдирай, кидай середину. Никуда больше не надо. Обдирай быстро. Она как копна-то вся, как кисель, поплыла. Так, бери дальше. Она много тут сползает. Так, стой на одном месте, пока он будет кидать, а ты тут больше качать не надо. Она вся расползается. Неправильно, потому что метали когда, и там никого не было наверху. Так, все, дальше обходи. Стаскивай штаны, спали с него, гляди-то. Похудел, Игнатий. Ну, давай. А Владимир сейчас на нашей палатке навязывает. Смотри, чтобы не соскочили только. Стой на одном месте и топчи. Это у нас Христенко. Как? Марина. Может, ему вилы дать? Нет, не надо. Он вилами-то ничего не сделает вообще. Кидай кверху. Кидай его, придавливай. Мы посмотрим, что получится. Вот так, поправляй его. И дальше становись на нее. Маленько, не качай, а просто так. Придави и все. Давай. Эту лепешку мы должны исправить. А что ты делаешь? Снова мечу. Виталий, подряд вот это соскребай вот отсюда. Ты бери под ногами. Марина, так почти на одном месте стой. Копна абсолютно неправильно сложена. И она вся расползается. На такую правильно сложенную копну, если залезешь, ее только придаешь и все, и скатишься. А это она никакая. Бросали, как получится. А там, смотри, у ней еще не собрано, надо сделать. Хоть в темноте, но надо сделать. Забирай больше. Хорошо. Вот эту вот, бери за собой каждый раз, я тебе показываю.
Вот так. А так обычно как собирают копну? Сейчас ничего не спрашиваю. Половину не расслышу и не до этого. Сверху человек? Кидай, чтобы оно поднималось кверху. Ты как-то более плотно кидай, чтобы именно под ноги было. А ты кидаешь, она половина не долетает. То есть это все равно, как ты делаешь. Ты понимаешь, надо спасти копну. Вон, все, кидай. Обними этот сено-то. Зажми и брось ей под ноги. К моим ногам. Сейчас. Я не люблю подсказывать, но по-другому нельзя. Спаси Христос. Баскетбол, короче. Так. Корзину кидай. Вот. Давай, 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 давай. Хотя бы это утолочь. Майкл Джордан, 23. Так, теперь надо вот это вот тебе оттащить. Больше, вот это поехало, пол копны ушло. Видишь, она как наложена-то? Как попало? Никто на этой копне не был. Видишь, она разделилась, а копна уже. Да, пополам. Она никак ее нельзя собрать. Я-то думал, вот как она стоит, ее утолочь, она такая и будет. Вот она стоит. А ничего подобного, она в лепешку. Видишь, она разделилась, откачни ногой маленько. Видишь. Видишь, она отделилась. Что будем делать, Игнатий? Ну ничего, брат, тереби больше, отсюда кидай к ней. Тереби. Кидай под ноги. Так это надо просто... Так, в общем так, мне ни одного слова не надо. Хорошо. Или делаем, или уходим. Женщина одна тут бьется, Минаева любовь. А мы стоим, рты разинули. Она на себе возит тележки. Все бы так. Надо... Зашел в дом, мужики сидят. На меня-то не надейся, я калека. Маленько там помахал топором, вот, и все. Не обуться, не одеться. Это удобнее. Операция видеть. На позвоночнике была. Это не игрушка. Это так, все, давай, поднимай. Так, так, прижимай. Так, с этой стороны зайди, Виталий. Обтереби маленько вот этот вот край. Надо именно в этом направлении брать. Которое как попало. Вот так. Марина у нас. Ну все, опустилась как низко. Вот подавай. Именно, чтобы под ноги вот это пошло. Выше сделай. О! Притопчи аккуратненько. Не упади, только смотри, не упади. Падать будешь, вилы отпусти, не трогай их, чтобы они воткнутые были. А то на вилы сядешь. Так, больше не надо качать. Просто прижимай. Так, иди тащи эту лестницу ей, дай. Подставь маленько, она по лестнице пусть слезет. Так. Аккуратненько держи, чтобы не... Подожди. Давай. Ты наклонись маленько, наклонись. Давай. Задом спускайся, задом, повернись. Да, задом лучше. А опусти глаза-то. Что смотришь ей? Смотри вниз. Да, Игнатий, их перестань. Все, все, не надо рассуждать. Так, тащите палатку. Палатку раскидывайте. Да чего не люблю вот эту болтовню, когда не умеют ничего делать и начинают. Так, тащите. Так, тот конец, где поддерживай. Так, еще. Вот так. Сейчас посмотрите со всех сторон, чтобы она ровно была. Если ровно, то больше ничего не надо. Основная масса будет спасена. Все. Все, все. Переходите вон на ту. Вон рядом. Переноси туда лестницу и одну эту палатку. Ты бы тоже далеко пошел? Давай сюда, вот решили здесь. Ты возьми лучше вилы, вилы, вилы. Вилы бери. Во, вот это поинтереснее будет. Это когда она метала, Люба, и никого не было на копне, я думаю, что она будет с ним дальше делать-то? Зароды делает, обязательно кто-то там должен быть. Не могла позвать, чтобы никого. Вилы подадут тебе, иди без вил. Это мой труд. Не суйся с вилами, отойди в сторонку. Марина, не торопись, пожалуйста. Ровно на середку встань и стой ровно. Не упади только. Так, лестницу убирай. Вилы не надо пока? Лестницу убирай. Что, то ли не служил в армии или еще? Положи рядом, все.
Вилы подай ей. Какие виды? Держи. Давай. Воткни вилы, чтобы держаться можно было. Теперь посередке подави ногами. А ты обдирай ее вокруг. Это, кажется, получше пойдет. Кидай ей туда. Марин, только сильно не... Марина, так, посередочке держись. Я посередке. Вот сюда маленько сместись. Вот ее просто раздавишь. Так. Вилы дальше воткни и сюда маленько сместись. Вот так. Так, аккуратно, не по ни в одном месте. Вот это вот отпадает. Подожди. Все. Стой, дальше не надо, ты съедешь с ним. Виталий, обходи вокруг, кидай ей сено. Прям посередке придавливай. Видишь, какая туманность. Вот солнце, там закат. Марин, уже все. Опоздали. Так. Она днем ничего не сказала, Люба. Я ее искал, искал. На дому нету, на клюшке. Говорит, встречает скотину. Я поехал туда, где есть. И там нету ее. Да ладно, Алеша идет, подсказал, где, говорит. Она вот здесь вот, говорит, на себе возит. Посередке, в самый центр. Маленько прижми ногами. Так, Виталий, передавай ей быстрее. Больше не надо. Маленько возьми. Все, вот это вот. Подавай. Дави быстрее его. Сейчас, смотрите, еще он падает. Зажми крепко. Так, смотри только, Марина, не, ровно держись. Посередке. Так, тащи этот, лестницу. Так еще не все собрали, знаете. Ну, рядом положи пока. Я боюсь этого всего, что она поплывет сейчас. Так, подожди маленько. Хорошая. Собери вокруг руками. Танцур. Она. Давай. Пройдись вокруг. Вокруг пройдись. Не выборочно, а прямо вокруг. Марина, больше не надо. Я боюсь, она рассыпется. Потому что она наполовину съезжает. Она прилеплена. Она не копна, а так, уродина. Так, кидай туда. Дальше не сходишь, прокатишься. Держись середины. Мастер-класс надо было давать. Кидай. Вот так, посередке придави. Так, Виталий, давай. А Владимир там раскидывает. Здесь маленько оберни. Все, кидай. Собака на сене. Быстрее кидай, некогда. Ну, схватил, кинул. Дальше. Нет, у нас минуты одной нет лишней. Он стоит что-то, лыбится. Так, все, давай лестницу вот сюда, вот с этой стороны. Так, Марина, да. Виллы дай мне, пожалуйста. Да, еще вниз. Так, держи лестницу, упри ногами ее. Давай. Упри ногами, он руками. Ты руки-ноги не знаешь где, что ли? Вот, смотри на меня, убери. Вот я держу. Ну, упри ногами. Учу, куда смотреть. Женщина наверху, опусти глаза вниз. Я опустил. Опустил, а сам заслонил ее. И слазить-то некуда, тебе на шею только. Так, подхватывайте. Сейчас. Так. Что, куда идем? Палатку бери. А, палатку. Палатку. Вот за ту сторону. Бери. Так. Теперь подожди. Так надо вилами будет. Вилами. Вот сюда вот иди. Вот это. Не-не-не-не, ты порвешь. Под эту. Не так. Нет. Понимаешь, вот какие вы, да, вот, нерассудительные. Да. Вот так вот вилами-то вот. Подсуди под эту вот. Поднимай кверху, вертикально кверху. Вот так, еще выше поднимай. Еще выше. Так, постой. Постой, не дави. Мне дальше, подожди-ка. Дайте. Так. Давай. На Виталия подойди там, подними эту. За веревочку. Кверху. Так. Так, стой, больше не надо. Сюда надо, назад. Виталий, сюда поворачивай, тяни. Ты то ли не видишь, что она поползла уже. Стоп. Стоп. Все. Уходим. Все? Да. Вот сюда вот маленько надо. Вот сюда маленечко еще. Давай, чуть-чуть. Еще маленечко, чуть-чуть. Все, хорош, уходим. Уходим. Вот она как получилась. А тут она будет сползать. Если она плотно утоптана была бы, вот как эти, ну, круги их называю, или как там, свитки-то из стены, то ничего бы и не было. Все. Взяла.
Так, помоги две, вторую палатку сберешь. А, разнес, все. Так, складывай пока все там. Давай, залазь сейчас. А тут маленькая. Это я Любе предложил. Лестницу поставь. Вилла отдай, потом подадут тебе. Залазь. Более вертикально, вот так вот. Отдай виллу. Отойди с виллами. Виллу-то отбрось в сторону. Понимаешь, он не понимает ни одного по-русски слова. Так, держись. Убери, подавай скорее виллы. Стой, Марина, спокойно пока. Так, начинай обдирать ее. Так, держись пока и прижимай так это ногами. Покачай. Ой, это вообще разлазится. Ну да. Вот так, хорошо получилось. Так, дальше обдери вот это вверху, вот она где. Ой, это вообще разлазится. Ну, да. Да, да, обдирай, обдирай, обдирай и кидай ей туда. Марина, только не, дальше не сползай. Я тебя просто умоляю. Я в середину. Господи, помилуй. Становись на нее. Все, становись. Не делай, чтобы она пополам перегибалась. Нам нужно, чтобы она стекала, как на волосах. Нет, вот это сейчас вся часть отпадает. Ну да, она вот вся вот так. Западает. Он на меня примерно сюда поближе. Она сползает, вот, вот это, смотрите. Я, ну я сейчас скажу, встать. Значит, так она сметана. Сюда я боюсь встать. Давай сюда, бери вот это вот, сметана. Теперь давай, если наверх, она прикроется. Кидай. Прикройся, угу. Вот так. Специально, смешно как это. Заигрывает. Ты еще с теми элементами не рассчитался. На новое посягаешь. Давай дальше. Жест сзади, не забывай. Так. Марина, бери. Топщи. Топщи не так аккуратно. Дальше собирай. Сейчас на эту сторону подальше, чтобы макушку закрепить. Вот сюда вот маленько. Вот так. Люди-то, которые ничего не знают, он сидит дома, рот разевает, не так делает, советует, а сам ничего не понимает, о чем речь идет даже. Уже один раз копну раскидали. А что, дети малые делали, женщина, а мужчины городские ничего не знают. Давай, кидай ее туда. Вот так. Вот под ногами. Собирай сразу-то. Никуда не отходи. И руками по этой по копне проведи так вот, чтобы... Вот так. Вот. Хорош. Кидай. То переобуться. Что-то надо. Начался собирать какую-то бяку. Зачем переобуться? Тут босиком можно работать. Интересно, на закате, как показать местность нашу. Какая она красивая. Давайте я с высоты покажу. Красивая. Столбы идут в Корчино. Оттуда у нас электроэнергия. А рядом вот это ячмень ровный. Тут вид красивый. Люба там пытается что-то сделать. Разбросанная. На 30 метров копну разбрасывали. Так. Хоп. Давай, прижимай. Залазь и придави. Так, ну что здесь? Все, надо? Давай. Вот это вот сейчас едет он. Да? Так, подожди, спаси. Ничего не делай, только держись, сама не упасть. Это рисковое дело. Опытный человек, дело другое. То есть это, конечно, сильно поможет. Главное-то, чтобы она начала стекать. А стекая быстро, она большую часть, только, ну, промочит, может, сантиметров 5. Под ноги? Под ноги, да.
Бери это. Я понимаю. Кидай, кидай ей, кидай. Она копна-то такая, говорит, кривая дача. Давай. Еще снизу подбирай все со всех сторон. Подбирай снизу, не разговаривай. Ну это ничего не дает. То, что ты... Я спрашиваю, знаете. Да не надо спрашивать, надо делать. Солнце касается горизонта, он все спрашивает пахом. У Толстого много ли человеку земли нужно? Посчитай рассказ. Дальше не пяться, там опасно. Так. Тут ничего уже не сделать. Все, остатки собирай, кидай. Посмотри с этой стороны. Ну это ладно ли? Стена такая взбугрилась. Собери и подай ей. Ты руки-то хорошие у тебя, а спина-то голая. Что ты, рубахи нет такой, что ли? А как рубахи-то вообще жарко будет. Давай. Так, лестницу поставьте ей. Аккуратненько, аккуратненько. Вот сюда вот, где она стоит, отсюда вот. Все хорошо. Марина, вилы дай-ка сюда. Бросим туда дальше. Сюда? Да. Вот так, чтобы не втыкались. Вот сюда вот. Ну ладно, ладно, делай там. Так, отойди от нее. Можно... Все. Уходим. Собирайте дальше. Так, уходим. Поднимаем, вернее. Давай. Подожди-ка, я тут тоже. Я возьму что-то. Вот так на себя потяни маленько. Хорош. Еще маленько. Больше не надо ничего. Уходим. А так? Уходим. Это очень большая помощь. Это как у шалаша сверху. Дальше. Да. Сверху вид красивый. Может, конечно, красивый. Да, это рядом тут. Не намного, она 1 метр выше. Да. На полтора. Давай вилы. Так, вилы не давай ей. Сначала примостись как следует, держись за лестницу. Не спеши. Не спеши. Посередке становись. За лестницу можешь подержаться пока. Подержись. Так, убирай лестницу. Теперь аккуратно вилы подать. Подай, чтобы она их воткнула, было за что держаться. Так, начинай оскабливать ее. Воткни и покачай его. Ласточки летают высоко. Погода хорошая будет. А почему? Давление. Давления нету. Мошка поднимается выше. Мы не видим ни давления, ни мошку, но видим ласточку, которая летает за мошкой. Ну, как, ласточка так сильно чувствует. Вот так. Я не посмотрел, муравейник закрытый или нет. У пчел как? Тут признаков много можно. Так, Марина, не торопись. Не разговаривай. Давай. Так, Виталий, отсюда вот начни. Вот я бросил многое. Я все время тебе говорю. Чисто заметай. Вот так. Руки для того и... Вот ты, смотри, раздулся. Тапки полетели. Ну, да и кверху-то сильно не надо там трогать. Ну ладно. Я не знаю, Игнатий, что делать. Давай. Не спеши. Сейчас мы быстро тебя оттуда попросим, потому что прижми только вот это вот посередке. Прижми. Обойди вокруг еще. Что там есть? Давай. Вот Господь дал сегодня работу. Это у нас 25-е сегодня. 25 июля. Настю Дробот хоронили, ездили. Я потом выставлю все это в интернет. Посередке. Так, подавай ей эту лестницу вот сюда вот. Так, держись. Как лестницу поставит, так отдай. Вот так. И опять так же кинь, только чтобы не втыкались. Кверху вот так. Вот так, нормально. Так, ногами упрись. Ногами, голову убери, а то зачем ты посередке-то стоишь? Вот так, держи. Марина, не спеши. Руками держись, не думай бежать. Задом. Потихоньку. Опусти глаза-то, закрой. Все, пошли дальше. Где это? Так, Виталий, берись. Сейчас не спешите. Марина, вообще забросилась чудесно. У меня уже крыша есть. Давай. Я залез.
Так, стоп, не перетянуло. Хорош. Уходим. Больше ничего не надо. Господи, благослови. Все. Уходим к Любе скорее. Так, возьми вилы и к ней прям бегом, Владимир. Любе, помоги там сметать. И на копну залезть и скажу, утоптать там, надо. Там метать не надо. Она перевозит эту копну, ее метать не надо. Она перевозит ее туда, к себе, на сеновал. Ну тогда идти тебе незачем, если перевозит. Надо помочь перевезти. Что тогда, к ней идти? Ну и она собирает он где-то. Ну пошли, складывайте лестницу на эту. Мы уходим. Еще куда-то, да, Игнатьич? Ну где, возле нас-то там где? Там еще две. Около балерини там две. Одну там и сделали. Вот так. Ну я пошел туда, да? Давай, иди. Владимир Пащенко едет. Тоже с камерой. Так, все? Все, ступайте. А это ячмень у него такой растет. Я подойду поближе, чтобы показать, какая красота. Какая лег, полег много. О, вот он какой усатый. О. Тот тапочки взял и побежал. Сейчас там еще две копны, понятно.